Телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской сообщает, что на портале государственных и муниципальных услуг можно получить большинство оказываемых федеральными и муниципальными органами услуг, не отходя от своего компьютера. При этом все ваши данные будут в безопасности, поскольку для конфиденциальности сведений используются современные механизмы шифрования, и публикуют ролик, в котором рассказывают, как получить государственную и муниципальную услугу в электронном виде. Администрация Кировского района приглашает жителей пройти диспансеризацию. Основная цель – раннее и своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Работающие горожане могут прийти в вечернее время и в субботу. Сельские жители могут пройти диспансеризацию в ФАПе. Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно по телефону поликлиники или на портале госуслуг. Телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки сообщает, что некоторые категории граждан могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь в разных ситуациях. Ее могут получить ветераны, малоимущие семьи, инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители, если защищают интересы детей, усыновители, если защищают права детей, будущие приемные родители при обращении за помощью по устройству ребенка в семью. Для них предусмотрены письменные или устные консультации, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов, представление интересов в судах и госорганах. Семьи с детьми могут получить помощь при установлении отцовства и опеки, взыскании алиментов, разделе имущества, защите трудовых прав, назначении пособий и пенсий.